Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Так, задание дня «Невероятные события», давай-ка посмотрим. В стратегической колоде Цитруна необъятные просторы, много орехов. Два ореха, незабудки, отлично ее дополнят. То есть я буду играть за Цитруна, верно? Против заразительной сальсы. Окей. Давай приступим. Так, вот это, наверное, мы с тобой заменим. Ну ладно. Так, он ничего не стал делать. А я сделаю вот так. Ага, сразу получил в лобешник. Ну что, может быть, прикроем с тобой? Давай вот так сделаю. Блин, бомбанет, да? Ах ты. Слушай, кто-то опять меня там достает уже, а? Со своими вызовами. Кто? Я сейчас удалю нафиг. Раю какой-то. Так, это что здесь делает, охламонка? Скажи-ка мне на милости, а? Я могу сделать так. И, наверное, вот так. Почему бы и нет? Наносит 3 единицы урона. Восстанавливает себе здоровье этим самым, да? Понятно. Так, у меня с картами беда уже, если честно. Ну куда ты, куда ты, куда ты лезешь? Поехали. Сделаем вот так. Ну, 2 в лицо, конечно, получим. Это неизбежно. Начинает тут буянить. Посмотри. Ребят, я не знаю, кто у него здесь, но я думаю, что нам надо вот так вот сделать. Погнали. Ага, и кого он будет прокачивать? Этого? Ради бога. Так, единственное, что обидно. Да, у него сейчас сработает эта штука. И он может... Ах, вот так ты решил сделать. Ну что же, будь по-твоему. Давай-ка мы, наверное, с тобой сюда еще орешек поставим. Угу. И в лицо. Нормуль. Слушай, мы можем сделать эволюцию. Опять он со своим этим чувачком, да? Ну, допустим, возьмет карту. Так, а мы с тобой сделаем, наверное... Подожди-ка, если я вот так вот замучу, а? А давай так и сделаем. Ху-ху-ху. Вообще шикарно. Допустим. Здесь, конечно, не успеем подбить. Так. И все. Все, ребята, распетрушили его. Блин, офигенно, конечно. Колода у Цитрона именно на орехах. Мне понравилось. Ну, конечно, если еще есть надгробие у тебя, то вообще заходит на ура. Так, ну а я возвращаюсь к своим примитивчикам. Да-да-да. Кто у меня тут? Ну, начнем, наверное, с бабаха. Посмотрим, кого нам тут дадут против нас. И дают нам Ред. Это у нас профессор Мускатака. Профессор Мускатака. Любитель, кстати, играть на доборах, как мы помним. Хотелось бы посмотреть, что он здесь будет сейчас делать. Создает случайного зомби. Ты гляди-ка, как ему повезло-то, а? Вытащил карту, еще и добор сделал. Вот так новости. Что мы сейчас можем чтобы сделать? Ну, посмотрим, во-первых, что он сейчас будет предпринимать здесь. Возможно, нам придется поставить вот этот орех. Скорее всего. И надеяться, что у него нет валуна.
Наносит 2 единицы урона. Но мы все равно выживем. А, вот так он делает. А вот это я считаю глупо. Ладно, я это вытерплю. Господи, удар. А он потратил 2 заклинашки. Естественно, я сюда поставлю кого? Ягоду. Да, друзья мои, ягоду поставлю. И то, что он там свои могилки эти делает, это меня не интересует нисколечко вообще. На доборе. Ладно, посмотрим, что он сейчас сделает. Энергию. Значит, все-таки на доборах, да? Ладно, поехали. Значит, все-таки ты на доборах решил. Ну, давай смотреть. Это ерунда. А, вот это уже похуже будет. Это уже будет похуже. Ну что? Этого убираем отсюда, да? Чпок. Окей. Ну и, наверное, сделаем вот так вот. Сюда. Поехали. Поехали. Так, дальше нам с тобой что может быть поставить? В принципе, фонарь. Фонарь и... О, виноградинка. Но виноградинку не хочу, ребят. Прокачиваешь? Ну, прокачивай, прокачивай. Так, 4. А давай так вот сделаем. Посмотрим. Зомби-астронавта. Как раз он мне сделает защиту. Так, мы с тобой возьмем. О, еще даже лучше. Вот так вот. Так, и у него остается одна карта. Допустим. Так, неуязвимка. Неуязвимочка у нас. Так, ну что, сделаем с тобой, наверное, вот так вот. Поставим орех и... И вот так сделаем. Посмотрим, что он будет сейчас тут предпринимать. Вытаскивать 2 карты. Ой, понятно, короче, с тобой все. Погнали, ребят, сейчас ему в лицо прилетит, прикинь. Аж 15 урона. И остается 5 здоровья. Что он тут будет... Все, он сдался. Он прекрасно понял, что это... Фигня полная здесь получается. Так, ну мы с тобой двигаемся дальше. Бабах, как всегда, на высоте. Все у него хорошо получается. Двигаемся дальше. Ну-ка, кто у нас здесь? О, а вот это уже будет похуже. Я, наверное, оставлю пока все как есть. У нас шипастая лужайка, фруктовый микс. Крокодильчик, это все нам пригодится. Все зависит от того, на чем он будет играть. На надгробиях, скорее всего. Мне почему-то такое предчувствие, что он будет играть на надгробиях. Сейчас глянем. Вот так вот. Ну что же, давай, поехали. Добор карту взял, да? Так, ну, естественно, шваркаем этого чувачка. Есть фонарь. Ставим сюда. Меняет. Ради бога. 4 все равно получишь. Окей. Ну, что ты там будешь выставлять сейчас? У меня для тебя микс есть. Фруктовый. Ты думаешь, ты выиграл меня, что ли, в этом плане? Нет. Так, подожди, мы можем? Не можем. Я могу только сделать вот так. И вот так. Давай посмотрим. Перемещает даже зомби.
Ну хорошо. А, здесь... А, кровожадность еще включает. Все, я понял. Нам-то главное ему 3 единички оставить, да? Чтобы бомбануть потом миксом и все, ребята. И накрыть его медным тазом. Мы даже еще лучше сделали с тобой сейчас. Смотри. Сейчас я посмотрю, что он сделает. У нас есть кактус. Не, парень, тут ты зря радуешься. И вот так вот. Вот и все, в принципе. Вопрос, я думаю, исчерпан, да? Поехали. Так, мы этого уничтожаем. Пим! Бам! 5 в лицо ему, как сейчас. Ты бич! И этого ханурика на! Хе. Теперь смотри, что делаем. Микс 3. Сейчас посмотрим, что он сейчас сделает. Ох ты, ох ты. Я предлагаю... А, блин, почему-то он не делает, ребята. Я предлагаю сделать... Так. Я насомневаюсь, что у него есть хил. А то, что он делает там, мозги свои применяет, это все ерунда. Вообще, вообще сдулся. Да. Не помогли ему картишки, конечно. Но мы с тобой переходим на 16 ранг. 20 гемов, да. Ну что, давай еще, наверное, партийку за бабаха, а потом вернемся к моему любимчику. Блин, 23 ранг. Тут уже не зашуткуешь. Тут уже все на полном серьезе. Ну это-то зачем так рано мне давать? Могилоед. Ну пускай будет. Кукурузная собачка. Да я даже не знаю. Мне кажется, здесь будет мне не очень хорошо, не очень комфортно. У него... Опа. А вот это вот плохо, друзья. Он сейчас будет меня доколупывать. Я думаю, что у него не один он, а несколько. Если я пса поставлю, он, естественно, переманит. Хотя, нет, переманит. Да. Причем у нас с тобой не копится броня, как ты понимаешь, да? Все зависит от того... Вот, вот, началось, началось. Во, как делает. Мне надо вот так вот сделать. Я надеюсь, он энергию эту не просто так оставил. Твою дивизию. Этот будет прокачиваться сейчас. Кактус. А кактус это хорошо, ребят. Сделаем так. И все, пока. Фига вирус он еще берет, прикинь. Что-то меня тут, конечно, сейчас распишут по полной программе. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну я так и думал, что у него еще один есть такой. Ну все, по ходу дела, доигрались. Ай, ну желудь. Да фиг с этого желудя, ребят. Толку-то. Все. Трэш. Тут ничего я не мог сделать, вообще ничего. Тут не орехи, у него, видишь, заклинашка выпала. Ну, а теперь давай играть. Вот за моего... Погоди. Че у тебя там плюс один? Это что-то новое там есть? Изменить. Так, а что у нас делает?
Превращается. Так, случайное зомби, стоимость тренинг, разыгрывается научная. Научных карт у меня нету. Хотя вот это, по-моему, научная карта. Я здесь немножко, как ты помнишь, свою колодку изменил. Поставил крейсер за заклинание. Так что сейчас посмотрим. Как всегда, поиск соперника за зомби, хрен ты кого найдешь. А нет, выдался. Так, и нам дают пенек. 24 уровень у него. Вот так вот. Упс. Так, страж. Страж. Валун. Ну, посмотрим сейчас, как оно пойдет. Опа, бонг чой. Угу, поехали. Бонг чой. Так. Сюда. Сдулся, малыш. Так, ставим вот эту карту. Опс. Неплохо. Наносит 2 единицы урона. О, потратил банан. Что? Так, ну слава богу, мы с тобой урон не получим. Ну, выставить я никого не смогу, да? Нет, смогу. Смогу. Ну, давай вот сюда поставим. Твою дивизию. А, в принципе, хорошо, ребят, мы сейчас валуном его раздаем. Да-да-да, валунчиком мы его сейчас и даванем. Вот так вот. Хоп. Красиво, красиво. Угу. 4 в лицо, конечно, получим, но это, ребята, ничего страшного. А теперь делаем вот так вот. Да ладно. Пропускаем ход. Погнали. Минус бунг чой. Дальше что мы с тобой сделаем? Наверное, вот так вот. Опа. Опа. Что ты творишь, гад? Будет сейчас еще и защита, да? А нет, не сработало. Пятеру в лесу. Хорошо, что я не стал тратить этот отхил. Ну что, мы с тобой, наверное, сделаем тогда следующим образом. Вот так. Ха-ха-ха-ха. Доборы пошли. Ну что, бомбим? Да, наверное, бомбим все-таки. Поехали. Блин, сейчас сработает у него эта фигня, блин, бесевая. Ну, защита, ты понял, да? Он сейчас сюда, наверное, усиленную атаку поставит. Хотя он вроде тратил ее. Наносит 3 единицы урона. Ради бога. Как скажешь. Кто у нас тут? Он может вылезти такое, знаешь, что ему мало не покажется. А здесь кто? Ох ты, ох ты, ох ты. Так мы тут сейчас с тобой на одних доборах захомячимся. Будем надеяться, что у него нет заклинаний. Ага, вот так он сделал, да? Плюс растение получает двойной удар. И это все, что он мог сделать. Поехали. Чётенько, поехали далее. Шикарненько. Так, мы с тобой сделаем, наверное, вот так. Блин, пока не будем, наверное, применять. И вот так. Погнали. Здесь, конечно, пробьет, тут не поспоришь.
Так, ну что, 2 хп у него осталось. Мы с тобой сделаем вот так. И плюс сумоист. Ах ты, чмо ты болотное. Тогда тебе крышка. Так, парень, иди отсюда. Все, сдался. Кукурузка, думал, его спасет, ага. Закати губешки обратно. Так, нам нужно еще чуть-чуть поднажать, ребята, и мы с вами перейдем на 17 ранг. На 20-м, ну, 20-й не такой уж страшный, как-нибудь там прокрутимся, а вот с 30-го начинается жесть. Во-первых, там очень долго идет не прокачка, а долго получаешь звезды, это каждую победу нужно. То есть одна победа, ой, 7-й ранг дали, но опять же, не стоит радоваться раньше времени, потому что 7-й ранг это еще ни о чем не говорит. Под ним может сидеть кто угодно, даже профи. Да что вы даете-то мне? Ладно, оставляем такую руку. Есть как бы у нас второй ход. Но не забывай... Так, тихо, у нас кто-то здесь. Ты посмотри, каждый, ребята, раз новый. Тут, посмотри, ремикс Анна Будалаца. Как это? Ритмикс. Так, ну что, я пропускаю ход, потому что у меня нету возможности что-то здесь сделать. Только на втором ходу можно поставить вот этого шифтика, да? Ну, давай я его сюда вот влеплю. Какую он мне карту выдаст? Опачки. Так, это у нас... Во время этого хода вместо приемов можно разыгрывать зомби. Вытягиваем ее карты. Оу-йоу-йоу. Не есть хорошо. Ой, как не есть хорошо. Так, ну что я могу сделать за 3 энергии? Вообще ничего, ребят. Вот так он делает. Понял? Чикс. Помог, да, этому говнюку прокачаться еще маленечко. Так, ну что, я ставлю этого спортсмена. Потом еще спортсмена. Ты, блин, серьезно? Тогда дело дрянь. У него рикошет был. На фасольках? Ты серьезно? Ты будешь сейчас играть на фасольках? Окей. Угу. Блин, у него же может быть это... Горошина по центру, да? 5,5 наносит урон. А, нет, он вон что делает. Бонусную атаку. Сколько у нас энергии? Ну давай так вот, наверное, сделаем. Что он сможет, интересно, сделать? Ну, даже если он его подобьет. Опа. Опа. Арбузик, друзья мои. Арбузик. Это чертовски плохо. Блин, причем замораживается даже тот, кто появляется. Так, давай, бросай свой этот, свое яйцо. Короче, этого сейчас подбиваем через ракету. О, подожди-ка. Блин, мне все равно придется подбивать, да? Ракета 3.
Короче, сделаем вот так и вот так. А, блин, у нас с тобой 10 хп всего лишь. Да ладно? Серьезно? Я думал, что он на этих хочет, а он смотри-ка, что делает. Вот это новость. Ладно, этого он заморозит. Но он так и так погибнет, да? О-хо-хо-хо-хо, смотри, 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 что начинается. Начинается травля, да? Кто у нас тут вылупится? Замечательно. Замечательно. Если это, конечно, можно назвать замечательно. Так, ну что, бабахаем этого, да? Или как нам лучше сделать? Как нам лучше сделать? Давай, наверное, вот так вот. Хопа. И... погоди. И пока пропустим ход. Так, у него, наверное, груша еще одна есть, мне кажется, в запасе. Смотри, а, неугомонный. Кого этого заморозит? Нет. Ну что, уничтожаем этого хламона. Тогда получается 3. Блин, а мне больше поставить-то никого будет. Вот что самое фиговое. Ну, яйцо этот выкинет, ладно. Два. Но получаем сейчас урона с тобой 5. Так, давай сделаем таким вот образом. Поехали. Сработало, да? Ай, зачем я это делал? Он же сейчас все равно... А, нет, он не заморозит, ребят. Тьфу ты, я уже что-то... перепугался чутка. Напрасно. Напрасно. Ох ты. Мы можем сделать, знаешь, что с тобой? 4-4-8. Но у него заморозка наверняка есть. Так, поехали тогда вот таким. Блин, у него же этот, скорее всего, еще будет. Пока ничего больше не будем делать. Который замораживает могилы. А, нет. Вот он что делает. О! У него, короче, сборка какая-то, солянка просто-напросто, ребят. Кто у нас тут хоть появится-то? Что это такое? Поехали. Стражи Галактики, да? И все? Больше мне ничего нету. Тут-то мы не выживем. Сейчас 3-4 нам влетит сейчас в лицо. Все, ребят. Ну, я старался, я пытался, я думал, что-нибудь хорошее вытянется, но нет, не вышло. Ладно, не будем, как говорится, отчаиваться. Перейдем мы все равно с тобой на 17 ранг, слава богу, у нас с тобой не отнимается ничего за проигрыш. А на 17 ранг перейдем, можно попробовать взять кого-нибудь другого и поиграть. Например, 1000 лет я уже не играл за Разгрома, если тебе это интересно, конечно. Ну что, поиск соперника опять у нас накрылся, да, медным тазом? Нет? Слушай, просто видишь, какая хитрая колода была у зеленой тени. Я думал, что она будет на фасольках играть. А у нее, оказывается, и фасоль, и туда же еще взяла заморозку. Это, конечно, комбинированные вот эти вот колоды, они непредсказуемы. Оу, оу, оу. Это что за начало такое? Это что за начало такое бодрое? Допустим. Что дальше? Так, сумоиста вызываем, да, дальше? Погнали.
Угу. О, даже так. Ну, я даже не знаю. Так вот сделаем. Так, у нас есть с тобой вот такая штука прекрасная, да? И мы ей воспользуемся. Давай смотреть. Та, ты жучара, ладно. А еще кого-то вызовешь? Ну и все, и пока, я тебе могу сказать, парень. Твой фокус не получился. Блин, все равно... А, во, есть, есть, выпало. Но стоит ли это вызывать? Давай поставим, фиг с ним. У нас другого выбора. Опа. Ты глянь-ка, что творит, а? Ну ты, парень, пошел ва-банк, я смотрю, вообще в конкретный, да? У меня же сейчас работает блок, что ты думаешь-то? Это я пока тратить не буду. Вот это да, вот это вот отчаянный парень, если честно. Поехали, давай по-твоему поиграем. Раз ты такой самоуверенный малый. Что, есть еще чем-то бомбануть? Упс. Упс. Десятка в лицо, плюс здесь два, да? Это ты, конечно, хорошо придумал. Но у меня есть ракетка. У меня есть ракета, друзья мои. Да? Да. Три он мне дает. Так, один, пять. А мы с тобой ничего не будем делать. Сейчас у него наверняка есть бонусная атака, да? Нет. Все не то, ребята, он делал. Я думал, что будет немножко порасторопнее. Так, ну что, здесь мы, наверное, с тобой еще хильнемся нафиг. От греха подальше. А здесь сделаем вот так. Угу, поехали. Так, парнишка остался вообще без карт. Два урона нам нанес. Ну что, погнали. Пока все. Угу. А ничегошеньки он не стал делать. Тогда сделаем мы. Тогда сделаем мы. Вперед, братья мои. Получи. Плюс еще три в лицо. Ай, красиво-то как. Продолжаем, ребята, разговор. Что будет, если я сделаю вот так? Смотрим. Угу, съедает. Немножко, конечно, это грустно. Но этому хана, это понятное дело. Здесь, чтобы нам не получить офигенно особый урон, мы сделаем вот так. Поехали. Так, 6 в лицо, я надеюсь, там у тебя никакой супер-пупер карты не выпадет. Так, это нам пригодится. У него что есть? Добор двух карт, по-моему, да? У Зубастизилы, насколько я помню. Угу. Валунчик, это нам сгодится. Ну что мы можем сделать? Вот так вот. Че он там восстанавливает здоровье? Ну давай восстанавливай. Уничтожаешь зомби на земле? Ради бога. Все. Паренек приплыл. Паренек приплыл. Это вот уничтожаем с тобой. 6,8. Распишитесь, получите.
Так, ну что, переходим с тобой, как я и обещал, на следующий ранг. Повышение, плюс 20 гемов. Ну, за кого можно, например, сейчас поиграть? Я 1000 лет не играл за Разгрома, если честно. Давай попробуем за него. Ну, я тебе скажу, что особо колода не отличается, потому что он у меня на спортивке сидит. Ну, на спортивной колоде. Ну что? Что, против Разгрома никого нету, что ли? Вы что, серьезно? Да, ну, быть такого не может. Нет, нашлись. 9 уровня. То есть, посерьезнее никого найти не могли, да? А хотя сейчас этот пенек не так. Оу, я совсем забыл, что тут. Что тут совсем не то, что хочется. Ну, давай смотреть. Здесь, по-моему, кстати, стражей нету. О, Бонг Чой он поставил. Стой, давай сделаем фиг с ним. Бомбанем, нечего им тут делать. Раздражает только. Так, дальше у нас есть охотник. Выставляем. Опа, пенек. А под пеньком кто у тебя будет стоять? Никто. Никого не поставил под пенек, да? Ладно. Что ж тогда будем делать? Ну, давай я вот так вот сделаю, фиг с ним. О! Шикарно. Я думаю, дальше ты понимаешь, что будет. Да? Тут-то понятно. Ох ты. Я, если честно, не такого ожидал. Так, этот спортсмен. Этот. Ну что, не будем париться, наверное, да? Или как? Ну давай так сделаем, фиг с ним. Ну он может сюда еще по центру поставить. Точно такого же хламона. Но он берет пень. За пень ставит. Так, этот сюда переместится, понятное дело. Но я тебе скажу, что это все фигня. Почему, ребят, фигня? Смотри. Сейчас объясняю. Во-первых, у него карт нету. Это раз. Во-вторых, смотри, у нас выпадает сумоист, да? У нас этот. Мы сделаем с тобой следующим. 2 и 2, да? 2 и 2. Только единственное, что я надеюсь, у тебя нет там могилоеда. Ага, это ерунда, ребят. А вот это уже не ерунда. Это уже похуже будет. Но, тем не менее, этого мы подставляем сюда. То есть мы его разносим. А больше... Нет, я могу, конечно, забрать спортсменку. Но тогда этот прокачается чуть-чуть. А это мне как бы невыгодно. Поэтому поехали. Угу. И тут все, ребята. А вот теперь самое, блин, наверное, интересное будет. О, страж. Страж выпал. Ну что, ставим тогда стража. И ставим, наверное. Ту-ту-ту-ту-ту. А кого он может за пенек поставить? Я не знаю, ребят. Кто-то будет стоять за пнем. Здесь. Блин, смотри-ка, вытягивание двух карт делает. Еще вытягивание двух карт. А-а-а. Лузер получается, да? И мы с тобой спокойненько заберем. Понятно. Противник сдался. Хотел только забрать карту. Да под усилением ее потом поставить. Но не вышло ни шиша. Ну что, еще одну звездочку получаем. И в принципе у нас 18 ранг. Так, ну что, кофеечку я налил. Давай еще разок попробуем сыграть.
У него, кстати, у меня за разгром, наверное, больше всего количество этих, как тебе сказать, команд. То есть у меня, ну, во всех там пробная, да, одна всего лишь колода стратегическая. А у разгрома аж целых 4 или 5 даже. Причем там такие изменения несущественные, но в определенных моментах решает практически все. Но опять, видишь, поиск соперника у нас не выходит ни шиша. Кстати, за орех тоже, по-моему, 3 колоды. О, нашли. Так, против Цитрона. Вот против Цитрона я меньше всего хотел, конечно, тут драться. Ну, как говорится, мало ли что я хотел, а драться придется. Цитрон может на ком играть? На бобовых? Ну, мне кажется, скорее всего, на бобовых он и будет шпарить. Так, ну что, сумоиста будем вызывать или как? Или будем пока ждать? Даже не знаю, ребят. Пропущу я пока ход. Хочу посмотреть просто, кого он будет выставлять. Орехи. Ладно. Значит, у него орехи. Ну что, давай вызовем этого тогда. Для начала. Если не уничтожает, мы ставим с тобой тренера. О, о как. Угу. Так, надеюсь, у него нет уязвимки или еще там что-нибудь. Просто проверим. Ага, то есть тоже ставить, да? Ладно, но мы-то с тобой будем прокачиваться. Вот так, ага. Плюс я вызываю сюда вот этого. И все, пока. Хо-хо-хо-хо. Не кислый, я тебе скажу. Так, получается, он сколько там? Давай вот этого сюда. Ну чё, и тогда нам надо с тобой сделать вот так. Я знаю, что сейчас 3 в лицо получим, но это оптимал, ребята, был. Поехали. Так, уничтожили, да? 5 в лицо. Так, с этим надо что-то делать. И желательно быстрее. И желательно быстрее. Он может его прокачать, верно? Верно. Погнали, короче, сделаем так. Этого нам хватит, да? Этого нам хватит. И сделаем, наверное, еще с тобой вот так. Угу. Смотрим. Твою дивизию, блин, прикрылся, охламон, а? Ну и что же мы там с тобой сделаем тогда? Тут в любом случае уничтожает. Этот выживает. Здесь пробивает. Поехали. Окей. Блин, у него еще это... Ладно, короче, уничтожаем с тобой надгробие. Вот это вот. Пускай там стены орехи свои ставит. Если мы уничтожим, естественно. А мы сможем ли уничтожить его? Вот в чем вопрос-то. Блин, зомбобот, ты, конечно, хорошо, что сейчас достался, но... Ага. Давай проверять сейчас, что он будет делать. Мне кажется, у него есть неуязвимость на всю команду. Ох ты!
Ох ты, вот это новости, ребята, вот это да. Скандачка, да? Блин, мы сейчас получаем столько дамага. Столько дамага получаем, друзья. Так, защита, защита есть. Или этого все-таки бомбанем? Нет, давай так вот. Блин, или... Пошел, короче, он козе в трещину. Окей, допустим. Что будем делать? Сюда ставить? Допустим. Еще один. Почему-то я не удивлен, ребята. Ё-моё, да какой там один? Ну тут фейл, скорее всего, ребят. 8 в лицо. Если бы у меня был бы зомбобот, тогда да. То есть 5. Защита даже мне не поможет. Тут отхил будет, 100% тебе говорю. Нет, тут берс. Надо было надгробие нам уничтожать. Ну а чем? Чем? Это же не считается как атака, ты понимаешь? Это считается как хп. А у меня вот этот вот рой может только уничтожить у того, у кого там, например, 5 к атаке идет. Был бы флакончик, который уничтожает всех. Да, было бы круто, но его не было. Флакончик, который уничтожает до, по-моему, двух единиц, да? Атаки. Так, ну что, выпал нам с тобой вспышка на солнце. Тоже еще тут жучара. Кто там? Тетли? Ага. Ну, за карту, конечно, спасибо большое. Иди отсюда. Что, сумоиста вызывать нам придется, скорее всего, да? Или как? Сумоиста. Да-да-да, ты сейчас пойдешь сюда, ко мне. На растерзание. Я уже понял твою колоду. Грубо говоря. Окей. Дальше. Ставим так и вот так. Заклинаху? Нет. Не стал тратить он заклинаху. Поехали. Ну, пробьет, да, конечно, пробьет. Ага, сумоист. Сюда поставим его. И что он сделает? А я почему-то так и думал. Но этого мы уберем, да? Его сюда переместим. И уничтожим. Окей. Так, обменочка пошла. Тренер. Давай вот так, наверное, сделаю. А валунчик мы оставим с тобой. О, акуленок. Акуленок. Наносит 3 единицы урона. Надо было валить его нафиг, ядрени фини. Ладно, шиш с ним. Зато йети сохранили. Угу. Ну что сделаем? Давай так, наверное, забомбашим с тобой. Есть чем уничтожить тебе? Если нет, валуном уничтожим тогда.
А что это, а? Друзья мои, ну что это такое начинается? Иди отсюда. Ай, сейчас защита у него сработает. Паршивец. Ладно, хорошо, у нас есть с тобой хиллер, если мы доживем до него. До нашего хиллера. Почему-то я сомневаюсь, что мы вообще доживем до него. Так. Что-то противное у него, наверное, будет. Что-то будет противное. Давай сделаем вот так. Но а дальше-то что? Жалко. Ох, ё-моё. Лазербин. Ну тут понятно, сработает защита. Упс, защита не сработала, ребята. Защита не сработала. Смотри, что творит, а. Так. Я не знаю, что сделать. Три и пять, восемь. Три и пять, восемь. Смотрим, что у нас тут получится. Все зомби получают минус один, минус один. Ну понятно, здесь он лишил меня атаки. И вот так еще делаем, да? Карту дает мне. Плюс этого. Ну что, этого бомбим. Здесь хильнемся. Ладно, проверим сейчас, как это все будет работать у нас. Так, подлечиваемся. Так. Теперь давай делать так. Сюда. Сюда. Сюда, сюда, сюда. Ну, наверное, сделаем вот так. И вот так. А уж не знаю, что там дальше будет, ребят. Кого он сейчас сюда поставит? Или сюда? Ну, с прочерками у него, наверное, все, как всегда, да? 5 и 3, 8, да? Получается, нам крышка. Да. Разгром! Ты меня подвел, к сожалению. Дважды. Так, давай-ка мы тогда попробуем за вот этого сыграть. Подожди-ка. Я не буду, ребят, смотреть, какая там у него колода. Пускай для меня будет интригой. Если честно, я не помню просто. Блин, я офигею. Как вот так вот можно сдуться какому-то, я не знаю, на вот этих вот нелепых колодах с прочерками? Ну, потому что разгром, он такой специфический. Ну, что такое? Ну, кто-то там опять отказался, да? Кто-то рванул и отказался в самый последний момент. Кто нам тут... О, одинаковый. Кто? Зомби-пивоварка? Блин, да ладно. Ну, что это такое? Ну, ё-моё. Ну, мне интересно играть вот... За такие колоды, которые... Тихо ты. Давай вот так, наверное, сделаем с тобой. Блин, сейчас будет прокачиваться это хламончик, да? Самое противное, что мне и поставить некого. Просто некого. Я могу только надгробие опять выставить и все. Она получает урона сейчас целую кучу. Смотри, что творится. Вот скажи, почему мне вот такое вот счастье выпало, а? Друзья,
Почему так все сложно? Почему так серьезно все? Прикинь, сейчас я удивлюсь, если у него еще и будет могилоед. Нет, слава богу, нету. Но, ну спасибо. Спасибо, что ты так сделал. Так, давай сюда переместимся, наверное. Уничтожим этот цветочек. А дальше что? Скажи-ка мне на милость. Дальше мы с тобой ставим вот этого. Или лучше вот этого. Давай вот этого влепим. Все равно как-то не то, ребят. О, да ладно. Ты хочешь сказать, что у тебя еще и хил, что ли, тут будет? Что-то я сомневаюсь. Так, защита. Блин. Раскусил меня, да? Ну как мне залечить раны, ребята? Смотри, ума не приложу. Просто не приложу ума. Давай сделаем так. И вот так. Четыре единицы урона. Ага, вот так вот уничтожил мне, да? Хорошо, что он именно этого здесь поставил. Почему хорошо? Потому что мы сделаем с тобой следующим образом. Так. И вот так. Погнали. Угу. Что дальше? Дальше сделаем вот так. Блин, рикошет ставить, что ли? Давай посмотрим, что он будет делать. Хорошо, что я не стал ничего делать, а? Лазербин у него, оказывается. Да уйди ты, блин. Лазербин, а как ты меня спасешь? Тут, по-моему, никак, ребята. Он все равно его поставит. И пробьет мне. Блин, была бы какая-то защита, я не знаю, неуязвимость или еще что-нибудь в этом роде. Он сейчас достанет меня. Ну, понимаешь, да, что здесь мы проиграли. Да. Как видишь, проиграли. А теперь переходим на нашего ржавого разряда. И смотрим, да что это, не надо мне здесь. И смотрим, как ржавый разряд исправляет все эти, ребята, никчемные ситуации. Нет, ну конечно, если с одной стороны подумать и играть за одного персонажа очень долго и подбирать под него какую-то определенную колоду, все персонажи хороши. Но у меня нет легендарок, которые могли бы мне здесь помочь. Вот, Роза. Тоже прошивка еще та. На заморозках 100% или же на бобовых. Тут как пойдет. Даже может быть комбинированная, кстати, схема. Давай смотреть. Раз не ходит. Или же на хилах. Тоже такая вероятность может быть, ребят. Зачем стража мне? Пока ставить не надо его. А видишь, не ходит. А не к добру это все, да? Ой, не к добру это все, не к добру. Давай так сделаем. Для затравочки проверим. Так, два в лицо. Так, мы еще с тобой, наверное, ландшафтик здесь поставим, да? Давай так сделаем. Что-то мне не нравится его замутки здесь.
Погнали. Очень уверенно себя ведет Роза здесь. Почему, пока не знаю. Заморозка, мне кажется, здесь у нее рулит. Тем более эти корейцы или китайцы, я не знаю кто, они тут... О, видишь, что делает? Уменьшил у нас в размерчиках, так скажем. Защита срабатывает. Сейчас кого-то превратит в козла или еще в кого-нибудь. Не стала почему-то делать она этого. Опа, вторая защита срабатывает. Тут уже, наверное, призадумалась, да? Нет. Ты гляди-ка. Десять хп. Неужели на отхилах? Нет, уничтожать. Все-таки решила полностью уничтожить, да? Моих этих ребятулек. Нет, это заморозка, это у нее стандартная заморозка, ребят, так что не удивляемся. Так, а мы с тобой сделаем вот так вот. 6 в лицо, или сколько там? 5 в лицо, по-моему, 6. Да, 6 в лицо пропишем. Тыч. Так, 4 хпшечки осталось, да? Ну, давай я сделаю вот так. И сделаю вот так. Какая замечательная выпала мне карта. Превращаешь случайного зомби, окей. О, сундучок. Ну, пошел отхил, друзья. Пошел жесткий отхил, да? Поехали. Почему-то я не удивлен этому, а? Так. Выбрать, которого заморозить? Да давай вот этого. Так, интересненько. Ага, уничтожаем всех растений на земле. Допустим. Поехали. Так, блин, у него сработает. Сейчас превратит. А почему? Я не понял. Так, дай-ка мне легендарную картишку, пожалуйста. Опачки. Восстанавливание здоровья. Пошло, 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 ребят. Ага, еще и этих достает. Да иди ты отсюда. Сейчас срабатывает защита, да? Этого превращает мне. Мы выставляем с тобой вот этого. Ну, в козла, это понятно, ребят. Это, кстати, последняя ее карта, которая работала на превращение, так скажем. Что теперь? Уничтожает всех. Но этот-то не на земле. Козел-то не на земле. Ой, так сейчас тут может еще и круче вылезти у меня. Ты че? Розонька. Вот как тебе такое, а, малыш? Все, естественно, сдалась без здоровья, там 4 единицы. Короче, эта Роза хотела сыграть на хилах. Но, видимо, с картишками не особо там хорошо ей повезло. И это лишний раз доказывает, что ржавый разряд все-таки крутой.
Так, ну что, друзья мои, пожалуй, на этом сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!